Всем привет! Я Даша, а со мной сестренка Алена. Всем привет! И в этом видео мы будем переодеваться в русалок в Roblox в Dress Do Impress. Итак, сейчас я поставлю тему русалок. У нас будет 325 секунд, чтобы закончить свой образ. Вы готовы? 3, 2, 1 и раунд начинается! Алена, кого ты будешь делать? Ты вообще подумала, кого ты будешь делать? Я подумала, и я, наверное, буду делать Урсулу в виде русалки. Можешь, пожалуйста, напомнить, кто такая Урсулу? Это такая... А, дай-ка... Из русалочки. Это антагонист русалочки. А я как раз-таки сделаю русалочку. Вот у нас с тобой, Ален, такое будет комбо классное, я считаю. Ну, как тебе такая идея? Что ты думаешь? Отлично, 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 отлично. Все, Ален, мы тебя поняли. Так, вот смотрите, так как мы русалочки, естественно, сейчас стоят все с хвостами и стопиками. Так, сейчас у нас тут есть еще VIP. И получается, смотрите, я сделала себе вот такой вот хвостик. Я его сразу покрасила в зеленый цвет. Алена, это ты? Да, это я. Отлично. И вот, знаете, я думаю вот этот топ взять. Мне он нравится, он красивый очень. Мне кажется, вот так хорошо, знаете, вот типа... Ален, как тебе сочетание вот этого топа с этим хвостиком? Посмотри, как тебе оно? Я думаю, хорошо, хорошо. То есть тебе нравится, ты поставила ему бы 5 звезд? Да. Отлично. Потом давайте мы добавим... Однозначно. Отлично, все, мы можем добавить эту... О, девочка! Ребята, посмотрите, девочка тоже хочет сделать Ариэль. Нет. Ты не победишь меня. Ладно, на самом деле она может сделать лучше намного меня, но будет, ребят, немножко обидно, если все же это, но, в принципе... Как тебе такое лицо? Сейчас, подожди, я волосы выберу и обязательно к тебе перейду. А, это не ты, ой. А успеешь написаться и поставить лайк за 3 секунды? 3, 2, 1, молодец! Это не я. Ну-ка, так, давай показывай. Вот. Лицо идеально подходит. Как там ее, Урсулу? Да, Урсулу. Урсула. А, Урсула. Урсула, хорошо. Ребята, если Алена неправильно говорит, то можете ее поправлять. То есть... Так, сейчас я выбираю лицо Ариэль. То есть оно должно быть у Ариэль светлые глаза. Но не должно быть лицо, знаете, сильно затемненное. Я так считаю, то есть, ну, грустное лицо мы ей не сделаем. Вот это, мне кажется, красивое лицо. Тут на трассе посмотрит туда. Вот это тоже красивое. Я думаю, что вот это хорошенькое. Так, Алена, ну-ка посмотри на меня, как тебе мое лицо для Ариэль. Тебе нравится? Отлично. А как тебе мое тело? Замечательно. Ты уверена, что тебе стоит этот топ одевать? Или он, ну, или так и должно быть? Мне кажется, он больше всего подходит. Потому что Урсула... В принципе, она в платье, но я ей сделаю, будто бы она русалка, поэтому это, мне кажется, больше всего подходит. Хорошо, поняла. Так, можно вот это еще надеть, знаете, сделать его более золотым таким, хотя этого вообще не видно, но... А хотя нет, я знаю, я по-другому сделаю. Как ты сделаешь? Вот так. Ты где? Я тут. Как ты, ну-ка, покажи. Ой. Вот так лучше? Да, так получше, на самом деле. Мне больше нравится, оно больше похоже. Отлично. Знаешь, что-то на платье, можно сказать, похоже. Так, а я, получается, все равно буду доделывать детали. То есть у меня вот пока что вот так получается. Мне, на самом деле, нравится, и это реально похоже на Ариэль. Но так как, ребята, она принцесса, я считаю, что ей нужно добавить корону. Алена, ты что думаешь? Я считаю, да, и я как раз-таки тоже за ней иду сейчас. Отлично. Ну, тебе как, Алена, нравится мой персонаж? Он очень хороший. Вот. Да, вот здесь девочка сделала такую русалку в стиле Братс, наверное. Что-то такое. Вау, посмотрите, ребят, на эту девочку. Она очень постаралась, мне тоже очень нравится, как она сделала. Так, здесь еще, ребят. Знаете, они делают очень многих русалок в розовых оттенках, но при этом это очень красиво смотрится. Так, давайте посмотрим, сколько у нас осталось времени до конца. Осталось, ребят, минута. А знаете, а я уже, в принципе, закончила. И мне, на самом деле, очень нравится. Ну и, в принципе, здесь, знаете... О, я самое главное не сделала. У нее же фиолетовая кожа. О,
Алена быстрее меня, и потому что осталось 50 секунд. Ребята, конечно, мне кажется, что в этом сервере довольно-таки многие справились с заданием. Мне на самом деле очень нравится, как сделали остальные ребята. Так, давайте посмотрим вот здесь. Иди оценивай. Ребята, это шикарно. Я увидела у девочки, у нее просто очень красиво. Реально. Посмотри. О, да, Алена, у нас с тобой очень-очень похоже. Может быть, мы с тобой станем дуэт? Я думаю, не стоит. Хорошо, тогда напиши, что ты Урсула. Хорошо? Хорошо. Офигеть, вы знаете, мы будто в каком-то море или что-то такое, потому что здесь очень много русалок. Так, а я напишу, что это Ариэль. Ну все. Хорошо, до голосования. 5, 4, 3, 2, 1. Все, ребята, и начинается показ. Итак, давайте посмотрим, кто у нас здесь. Эта девочка мне безумно понравилась. Алена. Здесь очень много деталей. Но эти детали, они, знаете, они как бы между собой подходят друг к другу. Мне кажется, что не все прям подходит. Поэтому я поставила 3 звезды. Я поставила 4. Итак, вот и подошла Ариэль. Да, самая, ребята, Ариэль. Просто посмотрите на нее. Какая она красивая. Ой. Красотка, красотка. Да, очень она красивая, конечно. Так, давайте еще позу. Вот такая красивая поза. Вот такая. И все. 5 звезд. Ой. Я поставила. 5. Да, а здесь Алена. Алена, отправь, что ты Урсула. И, блин, вот знаете, мне что нравится? Я просто, ну, мне очень нравился... мультик Ариэль, и знаете, тут все прям так по детально, то есть ожерелье, вот это все, знаете, платье, но она должна быть русалкой, плюс это все, мне, ребята, очень понравилось, и тем более то, что я была Ариэль, это было очень круто, то, что Алена как раз-таки была Урсулой. Так, подъехала следующая девочка, точнее, подплыла, ну, в принципе, красиво, неплохо. Вот я с ней тебя перепутала, случайно. Ну, нормально, прикольно. Нормально, я ничего не могу даже это никак аргументировать. Так, вот эта девочка, я вроде тоже смотрела, мне очень нравилась. Но я не понимаю, почему все вдруг розовую сделали. Здесь она постаралась, я поставлю 3 звезды за то, что она постаралась. Мне кажется, что у людей просто ассоциируется русалочка с розовым цветом. Думаешь, у меня нет. Поэтому, ну, мне кажется, у многих. Потому что розовый это достаточно такой девчачий, а русалка по задумке обычно девочка. Да, здесь девочка сделала Ариэль. Мне на самом деле нравится. Но мне кажется, то, что очки с аксессуаром плюс еще с этим ожерельем, это все лишнее. И поэтому, ребята, из-за этого, ну, сразу теряется мнение о том, что это вообще Ариэль. Вау. Это реально красиво. Но мне почему-то первая девочка, которая так сделала... Это красиво. Мне первая девочка больше понравилась. Да, говори. Да, тут она будто бы хотела скопировать. То есть это будто бы пародия, а не оригинал. Да. Китайская пародия. Итак, победители являются... О, я на 3-м месте! Как классно! Ну, Ален, ты рада за меня? Я очень рада, а я на 6-м. Да, и у тебя 20 звезд, это тоже неплохо. Ой, я тут как русалочка сижу, отдыхаю себе на пляже. Ой, как красиво, конечно, живется, когда ты русалочка. Итак, Алена, ты готова? Да. Итак, кого ты собираешься делать? Я думаю, я сделаю русалочку из Барби. Русалочку из Барби, классно. Но не хочешь... Но это Барби, русалочка. Ага, классно. Ну а ты не хочешь у меня спросить, кем я хочу стать? А ты кем хочешь стать? Я хочу, знаете, немного выделиться. И вообще, знаете, сделать немножко не по теме, но как бы русалочка. Но это будет русалочка, которую, ребят, вы просто не представляете, кто это будет. Это будет, ребят, Венсды, чтобы вы понимали. Венсды, русалочка. Ого! Это будет очень круто. Правда будешь делать? Да, я правда сделаю, ну попытаюсь, по крайней мере. Тем более, ребят, я еще недавно узнала, я думаю, что многие знают. Ну, если вы не знаете, то, в общем, выходит 2-й сезон Венсды. Я вообще, на самом деле, ну, в таком шоке была, когда об этом узнала. Да, я на самом деле тоже. Ну, ты тоже знаешь, да, про то, что, ну... Выходит 2-й сезон Венсды. Да, уже да, да, уже да. Да, и просто представляете, как все будут опять говорить о Венсды.
актрисе этой вообще. Я на самом деле уже очень жду, на самом деле. Потому что это будет довольно классно. А ты как думаешь? Я тоже так считаю. Да, так, нужно выбрать какой-то макияж. Это на самом деле очень сложно, тем более там света немного. Мне кажется, вот этот макияж хорошенький. Так, что я могу сделать еще? Как бы волосы, ребят, самую главную черту. Я не успеваю. Я только одни волосы сделала. А ты что делаешь еще раз? Точнее, я еще их даже не сделала. А ты кого делаешь? Барби. Угу. Так вот, и получается, видите, самую главную черту, как бы, лица и волос я сделала. А осталось, знаете, типа, сделать форму. Вот как раз-таки здесь есть, типа, формы. Ален, я уверена, что у тебя получится. Если тебе нужна помощь, я могу тебе помочь. Хорошо. Пока что не нужна. Это ты? Да. Так ты что, хвост не надела? Какой хвост? Русалки. А, я пока не успела еще. Ну, это, Ален, самое главное. Если ты не сделаешь хвост русалки, то я тебе тоже не поставлю баллов. Не-не, я его сейчас сделаю. Я вот сейчас делаю. Да. Это будет черное, а это... Так, подождите, я не сильно понимаю, что хочу сделать. Вот пока что вы можете посмотреть за Алёниным процессом, как она делает. О, вот так, в принципе, вот так можно оставить. Алён, как думаешь, вот так запомни? Или белая рубашка, оно не сильно плохо смотрится? Нет, не сильно. Ну хорошо, или могло быть и лучше? Нет, так хорошо. Или можно вот так с белыми пятнами, но черное... Не-не-не, не надо. Не надо ничего менять. Не надо. Хорошо. И, ребята, знаете, какой мы элемент можем еще поставить? Это зонт. Ребята, конечно, ведь Wednesday, не знаю, у меня реально ассоциируется с зонтом. Это как бы такая часть, которая, ну... Так, это можно сделать так. И вот, ребята, просто посмотрите. Это выглядит очень по стилю Wednesday. И это очень круто. Знаете, что бы я еще добавила? Сейчас я могу попробовать. Знаете, какой элемент добавить? Это учебники, так как она же училась у нас. Поэтому нам нужно добавить учебники. Ой, смотрите, ребята, как здесь продвигаются дела. Так, вот девочка здесь делает. Блин, я, наверное, бежевый уберу. Хотя он добавляет такой, типа, естественности. Ну ладно. Потом кто-то делает Урсулу, что ли? Или мне кажется? Не, мне, видимо, кажется. Так, вот как раз-таки девочка взяла учебники. А где учебники? Вот. О, с учебниками еще, ребят, круче! Так, все, тогда тоже в темных оттенках сделаем. Вот, вот так, отлично. Теперь у нас Wednesday с учебниками, с зонтиком и русалка. Ребята, это просто нереальная комбо, я считаю. Так, Алена, у нас осталось 35 секунд, ты успеваешь? Даже не знаю. Ну-ка, так, ну, в принципе, хорошо, главное, надень ожерелье какое-нибудь, знаешь, которое из кодов, вот, и покрась его в белый можешь. Вот так? Да, так вообще отлично. Итак, осталось меньше 10 секунд. Я очень надеюсь, что я как бы попаду на какое-нибудь место, так как это, ну, знаете, этот вариант, он очень оригинальный, это типа Wednesday, и поэтому это будет очень круто. О, я первая, ребята, так, мне нужно писать Wednesday, все, и смотрите, так, поза 1, поза 2, давайте, вращение. 5 звезд. 5 звезд. Так, блин, о, вот это вот хорошее. Только я бы сделала бы книжки другого цвета. Ну, в принципе, цвета. Какого? Черного. Они там синий-черный и так далее, ну ладно. А вот, смотри, Алена, здесь как раз такие девочки заморочились. Они тоже сделали Урсулу и Ариэль. Это очень круто. Мне понравилось. Но только они, похоже, не смотрели мультик, потому что... Ну, потому что они не такие. Ну да, есть какие-то детали, которые не похожи. Итак, Алена Барби выходит. Так, ну, если честно, мне не нравится это. Ну, знаете, тут можно... Что? Корсет, ну что это за корсет? Ну, этот хвост такого оттенка слишком розового. Да ладно, Ален, я шучу, я тебе поставила 5 звезд, это лучшее, что я видела. Я уже испугалась. Нет, Ален, это правда очень красиво. О, вот это, кстати, мне очень нравится. Я этому поставлю 3 звезды, мне реально нравится. Я поставлю 2, потому что... Ну, не знаю, лицо не подходит, веер, зачем он тут? Ну, есть недостатки, есть, имеются. Угу.
Вот это вот, знаете, вот это лицо у этой девочки мне всегда напоминает Братс. И я, ну, как бы мне всегда кажется, что они хотят, и, не знаю, мне не сильно нравится, я одну звезду поставлю. Я тоже поставлю одну, потому что почему у Барби очки? Почему у Барби телефон? Ой, у Барби, у русалки. Как она этим всем пользуется в море? Угу. О, это, видимо, девочка, она не смогла найти хвост, и она сделала вот так. Мне на самом деле жалко, что, возможно, она не знает, когда на хвост, и поэтому она сделала вот так, поэтому я поставлю ей 2 звезды. Да, я тоже так поставила. Итак, победителями являются... О, смотрите, тут как раз таки эта девочка, которая вот была последней, потом эта, и вот которая нам, естественно, не понравилась. И мы с тобой были на 5-6 месте. Ого, это удивительно на самом деле. У меня 12 звезд. Ну, у меня также. Это знаешь, Ален, мы с тобой сидим, 2 противоположности. Ты такая вся розовая, а я вся такая черная. Итак, ребят, начинается еще раз тема русалок. Итак, Алена, у тебя есть идея, кем ты хочешь стать в этот раз? Я думаю, я стану какой-нибудь оранжевой русалочкой. А я вот, мне понравилась очень идея у девочки. Да, я позаимствую идеи, но мне она правда очень понравилась. Это, знаете, такая девочка в розовых тонах, светло-розовых, так. А как тут добавить в избранные цвет? Не знаю. А, все, сохранила. Либо вот этот... Или вот этот. Ну, вот этот еще сохраню. Или, может, вот этот цвет сохранить? Даша, определись. Не знаю. Я просто не знаю, какой цвет мне выбрать. Я думаю, вот этот. Потом вот это можно. О, тут сумка есть такая коралловая. Вообще круто. Ребята, мне кажется, что сейчас это будет слишком набор, куча предметов называется. Набор просто рандомных вещей, можно так сказать. Но я уверена, что у меня выйдет красиво так, хвост. Главное, самое главное, не забыть на хвост. А то будет очень обидно, если я забуду хвост. Так, нет, это сюда нужно со светлого перейти в темный. Вот, ребята, посмотрите, какой классный градиент. Так, мне кажется, что сумочка тут лишняя, но если что, я потом уберу. Алена, у тебя как дела? Ты хоть что-то комментируй. Ну, я прямо сейчас делаю волосы. А, я, видимо, тебя вижу. Слушай, знаешь, у меня тут появилась идея. А, не, это лицо было, девочка. У меня тут появилась идея, то есть, ты знаешь, где находится цветок на волосы? Да. Можешь подсказать, где он? Он находится там, где юбки не VIP. Угу, юбки не VIP, окей. Сейчас тогда туда подплывем. А, так ты тут же, да? Да. Юбки не VIP. Так, ну, это не цветок. А, все, заметила, все. Так, и вот здесь розовый. Вау! Ребята, это будет очень круто. Я уверена, что это будет просто безумно круто. Так, что же могу еще добавить? Кстати, я тоже буду делать цветок. Угу. Так. Потом, что я хотела? А волосы, волосы, ребят. Самое главное, волосы, потому что от этого зависит, нужны ли мне будут аксессуары или нет. Я хочу, знаете, какие-нибудь блондинистые волосы. Такая, типа, ну, вообще красоточка. Буду, могу еще скомбинировать волосы, то есть сделать их более объемными, тем самым. Вот, допустим, даже вот так. Вот, знаете, чтобы максимально объемными выглядели. Вау! Ребят, знаете, они выглядят, будто я вышла после моря, у меня такие волнистые волосы. Очень круто вообще. Так, что же я могу еще добавить? Так, это я не хочу добавлять. На руку можно что-то надеть. Знаете что? Я придумала, что можно надеть. Вот как раз я увидела у девочки. Нет, я не увидела у девочки. А, она уже сняла. Отлично. Я просто хотела это надеть. Вот, мне кажется, вот так красиво. Ладно, пойду я проконсультируюсь с Аленой. Алена, ты где? Я прямо... Оранжевая, ты наша девочка. Я прямо сейчас вот тут. Вот, как тебе? А, мне кажется, очень красиво. Но я бы сделала топ не фиолетовый, а розовый. Розовый, но они очень близки просто к друг другу. Ну все, я сделала розовым. Ага, хорошо. Вот так, ребят, просто идеально. Мне кажется, что это очень красиво. Я могу пока что выбрать, как бы, ну, позы. Давайте посмотрим. Так, вот так оно закрывается, вот. А, знаете, тут же есть еще позы чисто для русалок. Вот, комплект позы русалок, летний, вот. За 3500! Капец, ну ладно. Мы купим, ребят, так как у нас русалки, только я почему это купила в конце. Вот, смотрите, тут есть коралл. Вот этот красивый заплавок.
есть хорошие. Если что, у нас осталось мало времени. Так, хорошо, я поэтому сейчас пойду посмотрю, как у нас вообще тут дела обстоят. Кто у нас каких сделал русалок. Так, здесь кто-то у нас сделал более по-пляжному, кто-то нет. Так, потом девочка просто оделась по-обычному, можно так сказать. Так, что у нас тут еще есть? Я вот вижу тебя, розовую девочку. О, это будет моя соперница. Вот, посмотрите, какие мы обе красивенькие. Так, и здесь, вау, эта девочка очень красиво сделала, мне нравится. Тем то, что она, знаете, она реально как русалка. То есть, не знаете, как из... Мне нужен твой совет. Уже поздно. Оу. Итак, я просто обычная розовая русалочка. А вот та, про которую я хотела сказать, это то, что, знаете, она выглядит более реалистичной. Ну, Ален, как тебе? Я считаю 5 звезд, но я бы поменяла цвет ногтей. Блин, я вообще забываю всегда про ногти, будто их кто, на их кто-то смотрит. Я смотрю. Ну ладно. Это я. Да, я вижу, у тебя очень красиво получилось. То есть мне очень все нравится, но я бы сделала бы какие-нибудь аксессуары на животе больше. И ресницы бы убрала. Я не успела. Поняла. Это безумно классная. Мне она очень понравилась. Вау! Кстати, ты купила позу? Нет, я не успела. Потому что я хотела посмотреть, как другие сделали, знаешь, ну. Ага. Потому что я не проверяла. Угу. Я поставила ей 5 звезд, кстати. Да. Ты тоже? Нет, я поставила 2 или 3. Ну ладно. Так, это у нас Ариэль очередная, очень классно. Классно то, что девочки тоже постарались. Ой, что она делает? Ариэль, ты можешь вести себя прилично? Так. Вот это бантик. О, да, бантик, конечно, он огромный, но он очень классный, красивый. Девочка тоже очень постаралась. Мне очень нравится. Девочка, поменяй ногти. Я не знаю почему, но у меня тоже красные ногти стояли. Итак, голосование. Вау. Да, эти аплодисменты все мне, ребята, да. Блин, на самом деле здесь, знаете, места заслуженные. Заслуженные места. Да. Я буду прыгать, потому что я рада. Я в этом видео заняла первое место. Ребят, я очень рада. Я очень рада, что Алена на втором месте. И эта девочка на третьем. Я пишу всем спасибо. Ставь лайк, если понравилось это видео, подписывайся на канал и жми колокольчик, чтобы не пропустить. Но видео, ну а пока, переходи в следующее мое видео, увидимся там. Пока-пока.